Привет, ребята! Сегодня мы поговорим про один из самых тактически сложных для ЛТ респов в игре – Нижний на Прохоровке. Сложность его заключается в том, что в вашем распоряжении практически нет позиций, которые бы могли диктовать бой, и позиций, агрессии из которых помогла бы давить. У вас есть только возможность реагировать на действия команды противника и подстраиваться под них, создавая между врагами и союзниками дистанцию. Условно, у нас на старте боя три участка, из которых мы можем играть. Это аллея, центр и гора. Начнем с горы. Здесь у нас есть пара позиций. Их основная задача – это помощь союзной команде в отстреле противника, находящегося на подъеме или пытающегося продавить ваше направление. Первая позиция – это куст деревни. Отсюда можете светить тех, кто стоит на подъеме. Эта позиция сильно зависит от наличия арты в команде и от танков в центре. Если ни тех, ни других нет, то не стоит ее занимать. Помимо этого, многие игроки данный куст знают и с радостью туда блайндят. При этом у противника на подъеме есть куст, стоя за которым можно не светясь блайндить по вам. Плюсом ко всем этим минусам будет еще тот факт, что вражеский ЛТ, играющий гору, может вас засветить при подъезде, если у него будет хороший респ. А если ваш танк заспавнило сильно слева, то рисковать вообще не стоит. Второй позицией является сама гора. Здесь вы можете дать стартовый засвет по подъезжающим к подъему машинам и после этого сместиться влево в куст, из которого вы своим обзором сможете дотягиваться до машин, стоящих у противника в центре возле ЖД. Но в целом позиция тоже не фонтан, вас могут высветить пушем горы и при этом вам будет практически некуда уезжать. Далее у нас идет аллея. Из-за того, что ваш респ находится дальше, чем у противника, ехать в нубокуст категорически запрещено. Да, вам может повезти и там никого не будет, но вы же хотите играть от скилла, а не от прухи, так ведь? Поэтому есть два пути. Первый зависит от того, насколько близко к аллее вы появились. Если очень близко, то есть все шансы занять куст рядом с нубопозицией. Отсюда много не высветить, но при этом любые попытки продавить аллею, а также ошибки вражеского светляка, вы легко накажете. Главное это терпеть и анализировать, стоит ли еще постоять или же переехать куда-то еще. Второй путь находится тут. При определенном везении вы можете поймать ЛТ противника на заезде в нубокуст, или же просто засветить наглые машины, стоящие близко. Более подробно описывать игру на аллее и горе я не вижу смысла, потому что успех этих позиций зависит от ошибок вражеской команды и практически не позволяет оказывать давление. А вот игра с центра, по моему опыту, является самой успешной. Со старта несемся на позицию возле ЖД и встаем так, чтобы светляк, делающий кругаля, нас не засветил. А вот мы в ответку светим их переезд тяжелых танков и даже наносим урон. Если же их ЛТ вас засветил, то ничего страшного. Главное не высовывайтесь для тех машин, что едут в центр. Арта к этому моменту обычно еще не готова стрелять. Ну а дальше начинается настоящая игра головой. Смотрим на позиции их легких танков. Если все позиции известны и аллея свободна, то можно попытаться занять нубокуст. Если одного-двух светляков не видно, то можно покидать блайнды сами знаете куда. Можно отстреливать гору и периодически подсвечивать стоящего в центре противника. И постоянно следить за тем, что происходит. Ваши ребята давят аллею? Займите яму и светите центр. Или пробуйте через траншею, в случае если центр пуст, засветить ЖД и бермуды врага. Аллею давит противник, и своей траншеи наносите урон и светите, создавая перекрестный огонь. Ваши ребята победили на горе, бегом на тот фланг, светите угол и стоящие на ЖД машины. После чего ЖД арту, центр и их аллею. У вас продавили гору, держите в засвете врага, пытающегося пересечь рельсы, чтобы союзники в центре и на аллее спокойно отстреливались. При грамотной реакции на ход боя и среднеумных союзниках вы всегда сможете повернуть любую ситуацию в свою пользу. Главное жить. Карта огромная. Чем меньше машин, тем сильнее становится легкий танк, помните об этом. Причем данное правило работает почти на всех картах. Ну и под конец пара моментов, которые стоит знать. При пуше с горы учитывайте, что у противника есть несколько позиций, в которых могут быть танки. Вам пригодится эта информация, чтобы понять, откуда вас светят и куда стоит светить. При атаке аллеи не едьте по самой аллее. Ближе к ее концу кусты настолько сильные, что в них можно спрятать любой фаргейминг к деньгам. Лучше проехать по траншее, предварительно убедившись, что там никого нет, и высветить противника сбоку. В противном случае вы либо сыграете в суицид, либо вообще не засветите стрелявших. Играя с центра, можно, находясь в своей траншее, понять, есть ли в их нубокусте ЛТ. Спуститесь вниз так, чтобы вас не смогли стрелять, но при этом, чтобы между вами и нубокустом не было ничего. И выстрелите в него. Засветились? Там есть ЛТ.
Когда переезжаете ЖД, первым делом зайдите в яму у края карты. Есть вероятность, что вас при переезде засветят с центра или с респа, и тогда за то время, что вы будете добираться до укрытия, вас убьют. Хотя в целом Прохоровка и считается картой для ЛТ, разница в свободе и возможностях у верхнего и нижнего респа отличаются. Там, где верхний может давить, нижний вынужден только защищаться. Но помните, что ваша защита и правильное позиционирование гораздо сильнее, чем их атака. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что продолжаете учиться. И спасибо за то, что делаете рандом светлее. Если видео вам понравилось, прожмите лайк 2 раза.